На сцене актер театра и кино, известный по фильмам «Последний мент», «Интерны», «Старушки в бегах», «Лесник, своя земля», «Саша Таня», «Анна детектив», «Мама Лора». Его партнерами по фильмам стали Гоша Кусенко, Анатолий Руденко, Мария Порошина, Олег Штефанко, Алена Коломина, Валентина Рубцова и многие другие. Поэт, член Союза писателей России, ведущий Первого канала Алексей Шаранин. Встречайте! Сегодня мы с вами собрались в этом замечательном, старинном особняке в самом центре Москвы, в ресторане «Империя». Как вы уже заметили, в дизайне ресторана сочетается и восток, и запад. А что это значит? Удобные диваны для отдыха, классические залы для банкетов, отдельные кабинеты для деловых переговоров и лаунж-зона для влюбленных. Да, разнообразный дизайн классических банкетных залов и русское гостеприимство все воплотили здесь, в ресторане «Империя». Ваши аплодисменты! Друзья, спасибо за аплодисменты. А мы собрались здесь по следующему поводу. Осенний сезон фестиваля искусств «Твори добро» объявляю открытым! А наши все конкурсанты готовятся, волнуются. Это нормально, я это знаю. Все красивые, все талантливые, все замечательные. И все без исключения достойны победы! Да! Но сегодняшнее прекрасное мероприятие доверено вести не только мне, Алексею Шаранину, актеру, телеведущему Первого канала, концертному ведущему, поэту, члену Союза писателей России, но также, чуть-чуть музычку потише, но также хочу пригласить на эту сцену леди, шоу-леди. Она классный продюсер. Она пишет не только классные песни, которые берут в ротацию на многие радиостанции, в том числе и FM. И я тоже исполняю эти классные песни. Буквально недавно наши песни звучали на милицейской волне. А еще она классная, профессиональная певица. И я приглашаю на эту сцену Елену Сизову. Встречайте аплодисменты, друзья! Вас рады видеть здесь. Ну что же, такой теплый зал, такая замечательная атмосфера. Нас снимают центральные каналы. ТВ-шанс. У нас в гостях Останкино 24. Но вы знаете, меня немножко не порадовало то, что когда вы сказали аплодисменты. Громче, друзья! То они были какие-то немножечко грустноватые. Поэтому сейчас давайте мы немножко разогреем, Лёш, зал. Разогреем, да, зал? Конечно, давайте разогреем. Отлично. Зал. Отлично, ну что же, музыку. Музыку, маэстро. Потому что сейчас пришло время представить наше жюри. Но прежде чем я это сделаю, все-таки надо разогреть сцену. Уважаемые жюри, вы такие красивые, такие замечательные. Ну, можно я разогрею сцену, а потом уже представлю вас? Спасибо большое. Что же, Елена Сизова разогревает сцену! Это да. Специально для участников разогрев сцены идет. А я скоро вернусь. They're going to be there, can you hold? They might wish us love to buy. He said, my dear friend, I have given my all. I'm sorry, it's all over now. Now from a balcony, way up high,
Константа Продакшн, а в прошлом концертный директор музыкальных групп Smash и Tattoo, вы помните эти группы? Является директором исполнителя и актера Алексея Воробьева. Леонид Тюнев, ваши аплодисменты! Аплодисменты! Леонид Тюнев! С сильным голосом и бешеной харизмой. Финалистка проекта «X-Factor» один в один. Эксперт-шоу «Ну-ка все вместе». Певица, актриса, поэт и композитор Юлия Лебеда! Аплодисменты не смотаю! Купайте, купайте наших жюри по аплодисментам! Адвокат, член Ассоциации юристов России, эксперт ток-шоу и телевизионных программ, криминальный эксперт Максим Калинов. Ваши аплодисменты! Максим Калинов! Максим Калинов!
И следующий член жюри, артист. Слушайте, друзья, становится жарко. Да, да, друзья. Артист, пиар, концертный директор, постоянный участник шоу-программ, актер, снялся в роли Беллбоя в нашумевшем телесериале «Гранд Леон» Сергей Дворцов! Ваши аплодисменты! Сережа, давай! Давай, Сережа, зажги! Давай прыжок, Сережа, давай, ты же актер! Давай! Художник, учредитель лиги ревнителей прекрасного, член Международного художественного фонда, руководитель секции монументального декоративного искусства в Творческом союзе художников, эксперт национальной премии детского патриотического творчества и так далее, Денис Симонов! А это было наше многоуважаемое жюри. Но у нас сегодня на мероприятии не только жюри, а присутствуют наши специально приглашенные звездные гости. Да, именно так. Ну что же, вы приготовили свои руки? Ручки покажите мне. Отлично. Не жалеем рук. Да, да, прекрасно. Итак, учредитель и генеральный директор холдинга «Мода Медиа Групп». А именно, журнал «Мода», телеканал «Мода», интернет-портал «Мода», радио «Мода», школы моделей «Мода», Егоров Виктор! Двигаемся дальше. Художник, модельер, дизайнер, фотограф, зам главного редактора издания «Мода», победитель многих международных и всероссийских конкурсов модельеров, дизайнеров одежды в различных номинациях, член Творческого союза художников декоративно-прикладного искусства, организатор персональных выставок и модных показов в России и за рубежом, арт-директор художественных проектов Международного византийского института в Греции и на Кипре. Это Триганова Карина. Она же помогала Анатолию Ашакову в росписи Дмитровградского храма Георгия Победоносца. Триганова Карина! А ваши аплодисменты! Она вместе едет, наверное, с Виктором Егоровым. Но скоро они у нас будут! Ну, как обычно, пресловутые московские пробки. Леш, дальше. Да, двигаемся дальше, друзья. Измаярославская Надежда. Вау, какая необычная фамилия. Композитор, певица, продюсер. Продюсирование начинающих артистов с креативной, опытной командой Atom Video Production, за плечами которой множество успешных проектов в сфере экономики и шоу-бизнеса. Измаярославская Надежда. А ваши аплодисменты, Маденька, вот она, вот она, прекрасно. Прекрасно, Надежда. Очень рада вас. Ее не смущают, она уже здесь с нами. Нет. Эксперт вокального шоу «Ну-ка, все вместе». Певец, музыкант, шоумен, ведущий, резидент премиум караоке «Ламзон», радиоведущий на Монако FM и страйк шоу Роман Лейба. Роман Лейба, он здесь. Роман. Едет в дороге, минуя все пробки. Замечательно. Ну что же, идем дальше, друзья. Исполнительница поп и танцевальных хитов, участница телевизионных проектов. В 2019 году участвовала в программе «Поле чудес» на моем любимом Первом канале в качестве гостя и артиста, а также является директором движения волонтеров «Теплый свет» и еженедельно осуществляет выезды в детские дома России 200-400 километров от Москвы. Вау! Где совместно с волонтерами не только дарит праздник воспитанникам детских домов, но и привозит ценный груз, памперсы, вещи и прочие нужды. Это певица Леора! Она выступает не только по Москве, но и выезжает с гастролями по разным городам России. И выступала даже в Минске. А ежегодно, в летние месяцы, выступает на центральных площадях на празднование Дня города в разных городах России. В репертуаре певицы в основном авторские певицы, песни. И все это певица Леора! Леора, здесь, покажись. Нету. Новую. Нет, знаю. Она есть. Она едет, да. Итак, друзья, художник, оформитель, дизайнер, вип-модельер, топ-стилист и визажист. Жан-Николь! Вот стоит предвола этого замечательного человека и команды целой, я так понимаю. Жан-Николь является основателем и создателем первой экспериментальной детской коллекции в любимых цветах.
цветах Вячеслава Михайловича Зайцева. Красный, черный и... красный, черный и белый, да, точно. А также коллекции «Близ» и «Вдохновение». Премьера, которая состоялась в честь 82-летия великого мэтра отечественной моды. Также Жан-Николь является создателем эксклюзивного стиля индивидуальных коллекций под заказ для VIP-клиентов. Кроме того, она организует модные показы и фестивали в разных городах России и за рубежом. Сотрудничает с модельными агентствами и школами из России, Белоруссии, Армении и Казахстана. Имя Жан-Николь носит сеть салонов красоты VIP-класса, который более 20 лет работает в содружестве с компанией элитной косметики и парфюмерии Angel Professional Paris, а также брендом Dancoli Paris. Жан-Николь! Ну что ж, друзья, звездных гостей в России очень много. А у нас самые лучшие, да! Ну, мы двигаемся дальше. Звездных гостей всех перечислили. А дальше, Лена? А дальше идут организаторы фестиваля. Благотворительный фонд «Твори добро». Арт-академия «Блюграсс» и дизайнер Надежда Осадчая. Бренд «Она». Аплодисменты! Друзья, часть денежных средств от мероприятия направлена на благотворительные цели. Благотворительный фонд «Твори добро» уже 20 лет дарит радость и надежду. Да! Прекрасно. Ну что же, партнерами фестиваля являются «Мода Медиа Групп». Это телеканал «Мода Радио», «Мода Журнал» и «Мода». Самый продвинутый холдинг по моде и красоте. Интернет-портал, телеканал и радиостанция. Аплодисменты! Первый шанс. Интернет-телеканал. Первый открытый общероссийский пиар-проект. Первый шанс. И у нас здесь Александр Юрьевич Надежный. Аплодисменты, аплодисменты! Ну, кстати, от того, какие будут аплодисменты, такие вы получите видео, между прочим. Давайте-ка, друзья, аплодисменты! Громче! У вас уже лучше! Да, потому что можно смонтировать все по-разному, я это точно знаю. Итак, продюсерский центр «Леомар Продакшн» в лице концертного директора, президента международного вокального конкурса проекта «Баттл голосов» Светланы Козловой и певца, музыканта, музыкального продюсера Владислава Рывкова. Advertising Awards – клуб моделей и талантов из разных стран мира и город мечта А. Рекламное агентство, журнал Advertising Awards. Ваши аплодисменты. Партнерами фестиваля являются «Останкино 24», культурно-просветительская СМИ, генеральный директор Дина Тимирханова, руководитель Останкинской академии ТВ, продюсер телеканала «Кто есть кто», первый российский национальный канал, директор Ромы Жукова, народного артиста России Александра Петкова. Сизовс Продакшн, друзья! Генератор творческих идей, создатель и основатель российской певицы и продюсер Елена Сизова! Елена создает клипы, рекламу известным торговым брендам, создает имидж артиста любого жанра, и один из этих артистов перед вами! Организует концерты, фестивали, мероприятия VIP-уровня. Под этим лейблом можно видеть более 600 тысяч видео только за последние 2 года. А фильм «Я обнимаю небо» компании «Сизовс Продакшн», созданный Еленой Сизовой как режиссером и продюсером, получил президентский грант и был представлен Сергеем Лавровым в Женеве на благотворительном приеме в рамках дипломатической миссии. «Сизовс Продакшн» – команда профессионалов высочайшего уровня. Спасибо, друзья! Следующий наш партнер – это фотограф Юрий Смотыга. Где он? Покажись! Ну, покажись. Ему подарите аплодисменты! Не прячься! Профессиональный фотограф, занимается профессиональной фотосъемкой на протяжении многих лет. Последние 6 лет работает в средствах массовой информации. Публиковался практически во всех информационных
из здания «Город Москвы», а также зарубежных, таких как «Нью-Йорк Таймс» и... Сейчас гляну. «Вашингтон Пост», аплодисменты! Двигаемся дальше, друзья. Петр Попов, президент Национального фонда, член Совета РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Петр Попов, аплодисменты! Эдуард Зарубаев, руководитель общественной организации «Наставник», член попечительского совета национальной премии детской, детского патриотического творчества. Эдуард Зарубаев! Аплодисменты, аплодисменты, друзья, не смолкают. Идем дальше. Сергей Волхонский, культурный деятель, руководитель филиала Фонда развития спортивной и военно-патриотической подготовки молодежи, военно-патриотический фонд. Сергей Волхонский, не смолкающие аплодисменты. Аплодисменты, друзья. Академик мировой моды Жан Николь. Академик мировой моды является одним из самых престижных, профессиональных и серьезных учебных заведений и заслуженно имеет высокий рейтинг не только в Москве, но за ее пределами. Жан Николь! И ее директор, директор Академии мировой моды Жан Николь Ван Григорян! Что же, друзья, Федеральная служба новостей, информационное агентство, главные новости России и мира, спорт, политика, гаджеты, общество, образование, криминальная сводка, мода. Все это здесь, Федеральная служба новостей. Как всегда, аплодисменты. Аплодисменты, друзья. Реклама для бизнеса. Генеральный директор Беспалова Полина Андреевна. Вот она. Иса Ильбиев, общественный деятель, ресторатор, предприниматель. Аплодисменты. Аплодисменты, друзья. Маргарита Осадчая, общественный деятель, ресторатор и предприниматель. Детское и юношеское модельное агентство Queen, город Тверь. Директор агентства Эльвира Зульфугарова. Аплодисменты. Театральная мастерская «Штрих». Главная цель занятий в студии – развитие внутреннего мира человека через театральную деятельность. Театральная мастерская «Штрих». Александра Шаповалова, топ-стилист, визажист Академии мировой моды Жан Николь, лауреат международных премий. Александра Шаповалова, подарим аплодисменты. Аплодисменты, друзья. Юлиана Егорова, педагог дефиле и помощник режиссера-постановщика Академии мировой моды Жан Николь. Действующая топ-модель Дома моды Славы Зайцева. Юлиана Егорова. Ну и, конечно же, друзья, дом торжеств «Империя». Двухэтажный особняк, построенный в конце 19-го, начала 20 века, с изолированными банкетными залами различного формата и различной вместимостью. Первый этаж – царский зал до 40 персон, русский зал до 100 персон, зал визи до 25 персон. И второй этаж – итальянский зал до 70 персон, восточный зал до 200 персон. Вау, класс! Также, как вы уже заметили, у ресторана есть своя огороженная прилегающая территория, где можно припарковаться, что очень приятно и является в наше время немаловажным фактором. Согласен. Дом торжеств «Империя». Ура! Ну что ж, я думаю, что мы посетим все залы. И хотим обратить ваше внимание, что у нас в жюри сидит Денис Симонов. Он замечательный художник и сегодня предоставил вашему вниманию свои картины, которые сегодня продаются на нашем благотворительном фестивале «Твори добро». И денежные средства от продажи пойдут на благотворительные цели. Кому интересно, вы можете посмотреть на наши стены, вот там картины. И к тому же у нас подготовили наши участники картины и поделки. Но об этом чуть позже. Ну а это были наши уважаемые партнеры фестиваля. Ну что, Лена, мы миссию свою выполнили. Зал разогрели. Разогрели. Сцену ты разогрела. Да, и то ли еще будет. Партнеров представили, жюри представили. Итак, гостей представили. Мы начинаем фестиваль! Спасибо, друзья!